Вы на канале Планета Алис. Мы сегодня в игрушечном магазине. И вы узнаете сегодня несколько новых слов по-французски. В общем-то, мы планировали сегодня сделать игры на свежем воздухе, но здесь столько всего, что глаза разбегаются. Какие у нас игры на свежем воздухе? Что мы можем для этого найти в игрушечном магазине? Что у тебя это такое? Самокат по-французски? Тротинет. Он тротинет. О, Алис, вот такой мотоцикл. Приехали. Все. Как по-французски мотоцикл? Une moto. Ну-ка скажи-ка, как по-французски мотоцикл? Мото. 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 Вот он, мото. А у Жюстин вот такая вот машина. Это машина или что это? Не знаю. Ну хорошо, как машина по-французски? Une voiture. Une voiture. Как по-французски машина, Алис? Une voiture. Машина по-французски. Une voiture. Это Кен, который разговаривает. А это замок Анны и Эльзы. Ох, какой красивый. Посмотри, какой красивый ледяной дворец. Вот, Эльза поднимается по ступенькам и поет песенку. Либере, деливре. Чего там либере? Жюстин, как песня? Вот, вот так как-то, да? Давай поставим ее. У Алис любимая игрушка – это мячик. Она больше всего любит играть с мячиком. Алис, смотри, что у меня есть, Алис. Держи. Как по-французски мячик? Амбалон. 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 Смотри-ка, это как наша Санди. Смотри, куколки такие же. Ух ты! Политики его! Да, смотри, а вон она еще... Она поет песенкам! Она поет песенку. Вон еще одна, смотри, тоже как наша Санди. Смотри, вон, как наша Санди на яхте, помнишь? Вот это такая же, а вот это другая, смотри. Да, есть еще вот такая вот синенькая с розовыми волосами, красивая. Смотри, 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 мама! Она и как вот наша Санди. Как наша Санди, да. Санди. Очень красивые куколки. А вот еще, Алис, ой, как их много здесь. Вот еще вот такая есть. А, сейчас, смотри. Еще одна клемантин. Очень красивый. Что это у нас такое? Песочница. Песочница Абака Сабль. Потому что сабль — это песок. Абака Сабль. Абака Сабль. Абака Сабль. Это песочница. А вот и песок, смотри. А это газонокосилка, Алис. Это чтобы косить травку. Но газонокосилка не совсем подходит для уличных игр. Смотри-ка. Смотрите, что делает Алис. Видишь, она крутит головой, и глазки у нее крутятся. Ой, какие хорошие, смотри. Да? И это тоже крутит голова, у него глазки. Тынь-тынь-тынь-тынь, глазки. Еще одну сторону. Смешные собачки. А вот смотри, смотри, Алис, как твои, только немножко другие. Посмотрите, какие красивенькие. Жюстин, смотри. Это как красивый, да? Целый набор. А вон сверху какие классные куклы. Мы таких еще не видели. Fashion Star. О, какая красивая. Посмотри, Fashion Star. Какая-то огромная красивая кукла, да? И что? И вот это у нас велосипед. А, вело. Велосипед по-французски. А, вело. Алиса, ты? Как велосипед? Скажи, пожалуйста. А, вело. А, вело. Ну-ка, получается или большой еще для тебя? Не получается? Большеватый немножко еще. Iron Man, железный человек. Посмотри, какой огромный. Вау.
Осторожно. Ку-ку. А почему они дерутся у вас? Потому что это супергерой, а она нехорошая. А, понятно. Он супергерой, а она нехорошая. Супергерой, смотри. Меня схватили. Страшная ведьма схватила старушку. Супергерой победил страшную ведьму. Старушка спасена. Вот, она спасена. Скажи спасибо, супергерой. Это Пиноккио, смотри-ка. Видишь, какой у него длинный нос? Привет, друзья. Я Пиноккио. Это как девочка. Это девочка с кудряшками. Как этот мультик называется? Ахут. И вот еще вот я не знаю, как по-русски называется мультик, но он очень хороший, да. И вот есть такая классная штука здесь. Если кто-то помнит, как называется вот этот мультик по-русски, напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что мы забыли. По-французски он называется «En route», это значит «в дороге», «в пути». Привет, Эльза. Очень хорошо. И вот так тоже Эльза. Ой, вот такие петарды. Клак-2. Бам! Ура! Салют! Опа! Как по-французски горка, Жюстин? Оттуда-да. Опа, горка по-французски. А, табаган. Салис, как горка по-французски? А, табаган. Кто-кто в теремочке живет? Ку-ку. Ку-ку, выгляни в окошко, Алис. Орвуар, лезами. Орвуар, лезами. Лехасами. Это Алиса.